Уникальное путешествие по главной реке Пермского края помогло заглянуть за горизонт возможностей и создать новые коллаборации. Это все про капитанский рейс 2.0 от медиахолдинга РБК «Пермь». Особенностью путешествия в этом году стала центральная тема – искусственный интеллект, его роль в развитии современного бизнеса. О нем пермскому сообществу предпринимателей рассказал исполнительный директор Пермской краевой федерации спортивного программирования Евгений Хрычкин. Кстати, тему для лекции «Искусственный интеллект. От имитации до истинного сознания» придумал чат GPT. Если вы не идете в ногу со временем, не используете наработки искусственного интеллекта, всех этих чат GPT, там картинки и так далее, видео, то вы просто выпадаете из обоймы, и через там пару лет вы будете профнепригодны в любой вообще сфере. Поэтому вы обязательно должны изучать вот эти современные технологии и их использовать в своей деятельности, чем бы вы ни занимались. Стоит отметить, что бизнес краевой столицы сегодня активно применяет искусственный интеллект в своей работе, от цветочного бизнеса и до стоматологии. Уже не первый год мы используем программу, которая позволяет нам в дополнение к доктору давать полноту диагнозов. Интеллект выдает нам информацию, но опыт показывает, что эта информация достоверна на 95-98%. И исключать доктора ни в коем случае нельзя. То есть интеллект, он всегда в дополнении к доктору. Это уже второй совместный рейс от медиахолдинга РБК «Пермь» и круизной компании «Кама Тревел» для капитанов пермского бизнеса. В этом году в 4-часовое путешествие по Каме отправились порядка 120 предпринимателей. Мы попробовали сделать программу еще более насыщенной для того, чтобы всем, кому хотелось бы получить полезную информацию, получили ее. Тому, кому хотелось бы пообщаться, смогли бы это сделать. Ну и, конечно, всем, кто хотел бы развлечения, тоже нашлось место. Программа действительно была насыщенной. На экваторе маршрута началась развлекательная программа сразу на 3 локациях. Арт-студия «Авокадо» провела мастер-класс по рисунку, а клуб «Галаденс» зажег гостей танцами. Кроме того, прошел караоке-баттл, а в заключение вечера перед капитанами бизнеса с зажигательными каверами выступила группа «Софикс». Когда ты капитан своего бизнеса, а этот рейс специально для капитанов, то очень важно постоянно коммуницировать, общаться со своими партнерами, клиентами, чтобы приходить к новым идеям, а главное – к новым победам. Генеральным партнером мероприятия стала сеть стоматологических клиник «Guten Tag». Также партнерами мероприятия выступили дом класса «Делюкс Мариинский», «Экспобанк», мобильный оператор «Теле-2» и салон «7 звезд». Подарки для гостей были предоставлены гончарной студией «Вдохновение» и мануфактурой натуральной косметики мыла «Живица».